Полину Котельникову. А следующие у нас готовятся педагоги, которые вдохновлялись фильмом, таким самым, наверное, известным в жанре хоррор, но это не звонок, а фильм назывался «Какая-то ведьма». Вот ведьма, что приходит на ум? Ведьма из Блэр, я слышу правильный ответ. А участницы, которые у нас вышли на сцену, во-первых, они участницы проекта «Новые танцы на ТНТ». На минуточку. Петропавловская и Бадаева. Ведьма из Блэр. А мы еще готовимся, потому что для того, чтобы... Ну, вы знаете, вот ведьминские вот эти дела, они требуют времени, требуют подготовки. А теперь... Нет, вот знаете, все, что связано с магией, это всегда непросто. Вот так. Я надеюсь, там никто не выпрыгнет из этого реквизита. Я надеюсь, ведущую не будут разрезать в качестве эксперимента. Я вообще не подписывала. Мой контракт этого не предусматривал. Смотрите, там коса! Так, детей убрали с первого ряда. Так, кому меньше 18, глаза закрыли. Ну, конечно, после того, что вы видели до, уже бесполезно их закрывать, но тем не менее. Итак, готовность. Готовность есть, я думаю. Итак, аплодируем участницам. И замираем в предвкушении. Вручить Оскар. И Оскар goes to Петропавловск.